Привет, приключарики! Сегодня мы снова поговорим о войне, только в этот раз темой ролика стали ливнерога собачьи войны. Это война или серия войн между собаками и ливнерогами. В эпизоде ее родителей Джейк говорит, что это был территориальный конфликт в хрустальном измерении, который длился в течение 1000 лет. Хотя это могло быть сильно приукрашено, ведь миру УУ всего 1000 лет. Военные действия происходили не так давно, так как Боб Ливнерог успел принять там участие. Но он же мог принять участие в самом конце войны, да? Также нам неизвестно, сколько живут ливнероги, поэтому нельзя быть уверенными в том, что война между собаками и ливнерогами не могла длиться 1000 лет. Единственные изображения этой войны – это рисунок Джейка и фотография Боба. Исходя из них, можно сказать, что частью этой войны были летающие тарелки и то, что собаки использовали лазерное оружие. Рисунок Джейка также содержит грибное облако, что может намекать на использование ядерного оружия. Неизвестно, какая сторона одержала окончательную победу в войне, хотя Боб и этот ливнерог в настоящее время проживают в хрустальном измерении. В эпизоде ее родителей Боб показывает фотографию с войны, на которой изображен он, а также собака-летчик, который спас его жизнь. Давайте попытаемся разобраться, с чего начался этот конфликт. Мы знаем, что кристаллы во времени приключений имеют свою силу и, наверное, ценность. Как думаете, могли собаки или ливнероги подраться за кристаллы? Либо это был стандартный конфликт из-за территорий? Но что вы скажете на это? Всем прекрасно известно, что собака – это лучший друг человека. И такая фраза не случайна. Свои корни она берет с давних времен, когда собака была незаменимым компаньоном для человека. Она помогала охотиться, охранять жилище и других животных. Теперь давайте снова вспомним о серии ее родители. Из нее мы узнали, что ливнероги обожают есть человеческое мясо. И родители леди ливнерог чуть не сожрали Фина. Да, это довольно жестоко и ужасно. И как вы думаете, что случается, когда собака видит, что ее лучший друг человек находится в опасности? Вывод очевиден. Собаки часто проявляют храбрость, и в этот раз они не стали просто смотреть, как людей съедят. Собаки объединились и пошли войной против ливнерогов, чтобы защитить человеческий род. Возможно, случилось так, что в ходе битвы было случайно создано хрустальное измерение, либо туда целенаправленно были изгнаны ливнероги, чтобы они не угрожали людям. Давайте обратимся к шедевральному рисунку Джейка. Помимо летающих тарелок и лазеров, здесь мы видим облако в форме гриба, которое появилось в результате взрыва ядерной бомбы. Неужели этот конфликт столь сильно накалился, что появилась необходимость использовать ядерное оружие? Мы уже знаем, что конфликт длился очень долго. И что если использование ядерной бомбы стало актом отчаяния, чтобы закончить войну. Давайте обратимся к фотографии Боба, на которой он изображен вместе с собакой-пилотом, которая спасла ему жизнь. Возможно, это спасение стало одним из ключевых моментов в этом конфликте. После спасения Боб и Этель считают себя в долгу перед собаками и очень любят псов. Война закончилась, и мы можем видеть, что ливнероги и собаки живут рядом в хрустальном измерении, что показано в эпизоде «Леди Ливнерог из хрустального измерения». Однако некая напряженность между ними осталась, но никакой войны больше нет. Итак, давайте вместе ответим на главный вопрос. Кто стал победителем в этом конфликте? На самом деле, я думаю, что никакого победителя не оказалось. Скорее всего, война закончилась перемирием. Сторонам удалось договориться, а то, что собаки спасали своих врагов, послужило толчком для окончания войны. Ну что ж, война закончилась. Собаки и ливнероги научились сосуществовать рядом друг с другом. А Джейк и леди ливнерог начали встречаться, несмотря на прошлые конфликты их видов. У ребят даже появились детки, тем самым привнеся во вселенную времени приключений новый вид. А если вам интересно узнать о них подробнее, то на моем канале есть видео, в котором я рассказал о всех щенках Джейка. Переходите по подсказке. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал. Это очень помогает в продвижении роликов. А что помогает мне быть в хорошем настроении? Наше общение в моем телеграм-канале. Там очень интересно, обязательно загляни. Вот QR-код на экране, а в описании есть ссылка. На этом ролик подходит к концу. Скоро на канале выйдет новое видео, а до этого момента пока.